Небольшая вылазка в магазин садовых принадлежностей различных и растений. Сейчас очень много цветет цитрусовых. Это лаймы мексиканские. Запах, конечно, здесь просто сумасшедший, ребята. Все цветет. Все цитрусовые цветут. Их тут великое множество. Кумкваты. Вот такие. Кровавый апельсин. Валенсия. Сладкий апельсин. А вот это миньола. Танжела. Ну вот как раз это то, что у меня будет расти. Ну, в смысле, уже растет и уже начало цвести. Вот так выглядит гибрид грейпфрута и мандарины. Кумкват. Кругленький. Обычно вытянут, этот кругленький. Тоже полусладкий. Апельсины. И очень много сортов лимона. Запах жасмина здесь стоит очень насыщенный. Так пахнет цитрусовые. И вот это все сорта лимона, которые здесь есть. Какие-то зелененькие, какие-то уже поспели. Апельсины. Очень крупные цветы. Мандарин тандо. Тангерины, тангерин, грейпфрут, вот такие очень крупные цветы, где-то 3 сантиметра, что это у нас такое? Азиатский цитрус какой-то. А, это пальцы Будды он обзывается еще. Это такой вот интересный цитрус. Я покупал, но его в основном в кондитерке используют. И так как диковинку. Вот такой красавчик. От него толку немного, просто декорация. Вот так примерно. Но это корявенький плод. Он как пальцы растет. Пахнет тоже здорово. Вот так выглядит. И снова лаймы. Малявочки вот такие. Погода сейчас просто рай для растений. Мелкая аэрозоль. Все, надо отсюда ноги выносить.